И снова здравствуйте, это вновь Литле Нитморес. Окей. Что у нас здесь? Кстати, опять же, что у нас тут-то? Здесь. Так, там чувак наверху. И вообще, судя по вот этим штукам, сюда можно забраться. Ага. Хе-хе-хе. Я умный. А, пожалуйста, ты можешь боком передвигаться? Вот, другое дело. Куда попёр? Вернись, Нига. Хе-хе. Так, а здесь лампы нет? Ладно, иди сюда. Е-е-е. Найс. Кто же вы такие-то, ё-моё? Вот. Ну это определенно не... Хотя, может быть, это и дети, но... А, ладно. Let's go. Упс. А, слишком... Окей, это опять же ботинки, а не трупы. Почему ботинки так похожи на трупы? Вопрос. А что-то я не хочу наступать на эти ботинки. Здесь же не просто так вот раскиданы зоны, где можно стоять не на ботинках. Опять же, ботинки, да? Это может быть от всех этих самоубийц? Тот самоубийца в начале, в петле, он был в ботинках или нет? Вроде бы в ботинках. Ах, короче, черт знает. О, еп! Что-то здесь определенно не так. Сразу что-то зашумело. Еп. Окей, быстрее. О, щит. Еп, прям как амнезия. Окей. А! Знаете, если бы здесь просто вот это передвижение его закончилось, да, перед чемоданом. Так, ну да, окей, логично. Здесь он еще и долбанулся об этот чемодан, особенно стрёмно. У-у-у, было близко. Еще больше ботинок. Уф, уф. Окей. Let's go! Окей, нормально все. Знаете, сразу сюда. Мало ли. Эх, кто знает, блин, что это за штука. Все-таки очень хороший хоррор, на самом деле. Ни скримеров, ничего. Все очень-очень классно. Хотя, кто знает, может быть, будет еще. Я не хочу наступать на мышеловку. Мне кажется, это была очень плохая идея. Поэтому я это и сделаю. А? Серьезно? Окей, это странно. О, фак, окей. Хеллоу? О, хеллоу! Хеллоу, хеллоу, хеллоу! Подкат. О, щит. Плиз? А-та-та-та-та-та. О, нет. Окей. Наверх, не знаю. Стрёмная штука. Не очень хороший, так сказать, напарник по передвижению в лифте. Напарник по передвижению в лифте? Что? А ведь эта штука сейчас откроется. Вот что. Мне кажется, пока шумно, нам лучше... О, фак, идиоты! Серьезно? Че это вдруг? Ха. Хо. Хи. Ху. Хе. Отсюда? Эх. Это очень плохо, что отсюда, потому что... Я что-то не уверен, что нам делать в этой ситуации. Ву-у! Это приятно делать. Пожалуйста, отвали, Нига.
Окей, что же нам все-таки делать в этой ситуации? Не очень понимаю, если честно. Эти ребята все равно выбегут, и эта хрень все равно поднимется. Я не знаю, почему он вдруг нас схватил тут же. Руки у него, конечно, блин, длинные. Что же нам в этой ситуации делать? Да, будем сразу пониже. Окей. Ага. Значит, он в любом случае тебя хватает. Значит, делать нужно что-то другое. Потому что вот этот определенно был не... То есть, учитывая длину его рук, он бы нас не смог достать из того места, где мы были. Мне кажется, они у него просто вытянулись. Значит, что-то здесь другое нужно делать. Не люблю такие головоломки, когда вроде бы делаешь что-то логичное, да, ждешь вот наверху, пока... пока лифт едет и так далее, да, а потом, блин, раз и эта хрень происходит. Знаете что, я спрячусь здесь. Мне кажется, так будет лучше. Эти ребята все равно выбегут, но мы останемся там, где нам надо. И он за ними побежит туда, и мы, не знаю, закроем дверь как-нибудь. Окей. Плиз не надо. Yes, побежали. Окей. Вот что нужно было сделать. Осторожно. О, макака опять. Ну нам-то что? Вопрос. Наверняка сейчас обвалится вниз. Может и нет. Упс. Что же я тогда могу сделать с этой макакой-то? С этой стороны я кнопку, честно говоря, не вижу. Что же мы можем здесь сделать? Ага. Что если мы положим тебя сюда? Плиз. Плиз. Поближе. Так, окей, очевидно, это не работает. А, ну понятно. Я просто думал, может, можно будет, типа. Ну ладно, неважно, перевесить и все такое. А! Ну что, собственно, что я ожидал? Пусто. Я просто все пытаюсь лицо рассмотреть, ладно. Ох, поехали. Наверняка что-нибудь здесь мерзкое будет. Да, знаете, достаточно мерзко, я бы сказал. И... Ех. Макака? Что ты здесь? Ты нас преследуешь? О, фак. Чем же ты здесь занимаешься? Окей, ложка, понятно. Он играет с куклами. Я не удивлюсь, что эти куклы совсем не куклы. Интересно за ним наблюдать. Хорошо, что он нас не слышит. Что же он творит-то, а? Блин, за этим достаточно стрёмно наблюдать. В плане, действительно, вот атмосфера годная. Ха. Ну, понятно, сюда можем уползти.
Hello? Вопрос, что нам это дает-то? Ну, может, поднимешься? Ха. Раз он вот так вот патрулирует. Не-не-не-не, подождите, что-то я немножко не понимаю. Очевидно, что. Окей, может быть, не совсем очевидно, но кажется, нам надо вернуться обратно. Хотя нет, там дверь закрыта, и мы не можем здесь вернуться обратно. Окей, что нам делать? Я запутался. Здесь же не просто так сюда, да, уходит камера. А, не здесь просто эта хрень. Ну, допустим. Это нам ничем не помогает. Здесь вроде бы пусто было. Да. Чё-то... Мате... Куда, сай? Что-то я не понимаю. Даже здесь точно пусто. Осколки, осторожно. Хе-хе-хе. У тебя все нормально? Странно. Я могу забраться сюда. Видите, даже камера приближается. Я только что встал, кстати. Но мне кажется, это ничего не значит. Ха. Прыжок не работает. Может быть, как-то нам шумно все это сделать. Не слышит? Но. Окей. Я немножко запутался. Запутался. Неужели ты не можешь здесь что-то сделать? Так, свет он в любом случае не увидит, он слепой. Так, что-то какое-то очень странное место для того, чтобы застрять. Здесь было пусто. What the fuck? Знаешь что? Пауза пока что. Пауза. Что-то странно. О боже, это опять проблема перспективы. Видите вот это вот место? Вон, там нет балки. Блин. О, бред. Так, что можем здесь сделать? Понятное дело, мы сможем его отвлечь игрушкой. Hello? Это наше. Хватай. Хватай. О, какой же он стрёмный, а? Упс. Упс. А, фак! Ну-ну-ну! Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут! Еп-еп-еп-еп. Окей. Эх. Только попробуй меня сейчас запихнуть. Окей. Пойдет. Уф, уф. Там я тут же наткнулся на игрушку и... Ух, хрена. Давай, пошел отсюда. Брысь. Так, надо дождаться, пока он далеко отойдет. Ну, этого достаточно, в общем-то. О, нет, эта штука, естественно. А, не-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 не. Плиз, но. О, он сейчас же полезет сюда. Окей. Фуф.
Сейчас, небось, рука протянется, да? О, обидно, что они этого не сделали. Ха. Ну, в общем-то, хрен с ним. Я пугаться больше не хочу. Как паук, блин. Окей, где мы находимся? Черт знает где. Окей, эта дверь будет сломана, очевидно. Что здесь происходит? Это сломанные какие-то часы? Вроде бы часы. А, фак. Я боюсь, что сейчас произойдет, сами понимаете, что. Нормально. Странная комната. Упс. Это очень плохая идея. Hello? Меня, правда, раздражают обычные игры с прятками. А, ну, это ожидаемо. Меня, конечно, обычно раздражают игры с прятками, но здесь очень даже ничего. Здесь это, во-первых, имеет смысл, во-вторых, это хорошо сделано. Окей. Ну, понятно, что он боится часов. Но как нам это помогает конкретно? Упс. Окей. Упс. Привет. Привет. Я пойду. О, ясно. Ждем пока. Да. Фак! Факов! Факов, нигер! А, фак. А, дверь. Проскользнем. Давай, 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 окей. Вопрос, что здесь делать? Прятаться, вот что. Уи! Хлоп. Все нормально, вроде бы. У-у-у. Целая пианино. Фью. О, привет. Звук такой стрёмный все-таки. Должен быть где-то здесь, оттуда. Хлоу. Что-то я его здесь не вижу, на самом деле. Здесь есть какая-то дверь? Или что-то типа того. Ну, надо уже давно смириться, блин, с тем, что я их всех не найду. А по книгам можно забираться или нет? Вопрос. Эй! Найс. Упс. Серьезно? Это глупо. Видите, как с большим количеством знаний можно подняться? Хе-хе-хе-хе. Окей. Ау. Ну ладно. Так проще. Те-те-те-те-те-те. Упс. Найс. О, опять это аутистский прыжок. Сейчас еще и громко будет. О, повезло. О, я боюсь, что там этот чувак бесится. О-э. О, это так классно выглядит. Еп, естественно. Нига, прекрати. Прекрати существовать, пожалуйста. Так, к счастью, здесь много ковра. То есть, если есть ковер, вообще можно не бояться того, что нас услышит. В теории.
А вот тут-то, здесь это уже проблема. Фих. Так, книги, пожалуйста, не падайте. Я знаю, одна книга обязательно упадет. Здесь вот тоже надо по книгам двигаться. Так, давайте подождем. Потому что если я сейчас пойду, эта хрень упадет на него, очевидно. Не-не-не, не тянись куда не надо. Лапы. Раз, и ты задел. Упс. Не, все нормально. Спокойно. Спокойно. Печеньки, probably. Извиняюсь за слово probably, случайно. Печеньки, скорее всего. Возможно. Уиу. Это было довольно громко, как по мне. Окей. Дальше-то куда? А, понятно. Окей. Изи. Упс. А здесь шумно. Так, нам это нужно. Вопрос только, как мы это заберем-то с собой? Что это такое? Так, ну мы можем здесь... Нет, мы не можем. А что на стуле? Ботинок какой-то. Шляпа. Что это? Ладно, неважно. Так, стул нельзя толкать. А, да, нельзя. Телевизор? Включи телевизор. Иди сюда. Спокойно. Все, погнали. Быстренько. Окей, погнали. Уф. Все-таки атмосфера очень мощная. Окей, давай быстрее. И крути. Фух. Быстрее! 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 А, фак, он идет! Наверное. О, вон он! О, yes! Окей. Плиз, 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 плиз. О, фак! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Окей. Фу. А здесь-то что происходит? Упс. О, нет, я какие-то звуки слышу. Плиз. Плиз. Толкай дверь, не знаю, что-нибудь. А может, он за нами не идет уже? Серьезно? Я-то думал, здесь проход. That's what she said. Точнее, he. Ну, видно, этого монстра уже не боятся. А, понятно. Спасибо, что подсказали. Нам надо толкнуть адекватно. А, нам же мешает то, что все здесь качается. Эх. Плиз. Плиз. Во. Да, но нам-то это что дает конкретно? А, фак. Давай, наклон, 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 работай, пожалуйста. Другое дело.
теперь сможем достать дверку. Я хочу знать лор этой игры. Найс. Вот это очень круто выглядит. Hello? Да, это 100% трупы. Не удивлюсь, что нам на это надо будет прыгнуть, а может и нет. Я уже заикаться стал. Надо. Ветер? Может быть, где-то там, вон там, наверху, выход. Честно, как здесь адекватный мир выглядит, а не вот это вот монстры и так далее. Hello? Фак, окей. Это, конечно, скример, но знаете, я даже не особо не сержусь. Почему? Потому что он был классный, по-моему, скример. То есть, скримеры могут быть хорошо использованы. Во-вторых, ты как бы должен был этого ожидать, потому что, смотрите, две дырки, да, вот эти. О, фак. О, наверняка еще где-нибудь руки будут. Сейчас, небось, крысу схватит. А может и нет. Окей. Опс! А-та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 . Руки сейчас должно прищемить. Фэгату. А-та-та... Окей, наверх. Давай. Не, руки убери. Упс. Не. Серьезно. Я думал, что его сейчас прищемит. Странно. Тогда как лучше? Так, когда он сейчас начнет тянуться... Окей. Шо отсюда? Брысь! А, фак. Сейчас опять будет проверять. Еп! Может быть, нам что-то стоит сделать? Да, мне кажется, нам надо толкнуть вот эту вот хрень. А-та-та. Пошел отсюда. Ага, да, окей, я понял суть. Потихоньку нужно отрывать вот этих штуки. И чтобы он нас не засек. Фак. Чтобы, главное, не засек. Так, как лучше в этой ситуации? Окей. Окей. Но он теперь наверняка будет защищать более адекватно. А-та-та-та-та, нет. Ай-яй-яй, тут вторая рука. Окей. Спокойно. Окей. Надо быстрее это делать. Быстрее, чем вот это. Мне кажется, я могу здесь передвигаться адекватно, потому что здесь шумно. Fuck.
дура. Так, почему-то она не хватала. Я не понимаю, почему. А-та-та-та. Почему она не толкает? Точнее, не врывает эти штуки-то. What the fuck? Так, окей, тогда в чем суть? А, подождите, я понял. Че я туплю-то? Плиз. Я докоснулся. Так там же надо, по идее, выбраться. Мы отломали эту штуку, и мы можем там пройти теперь. Почему не получилось-то? Не очень понимаю. А-та-та-та. Плиз. Так, мы вырвали эту штуку. А, вон, слева. Все, я понял, я туплю. Окей. Бывает. И очень часто бывает. Ха! Найс! О, фак, они еще живые! А! Ожидаем, в общем-то. Он очень недоволен. А, фак. Я имею в виду, когда такие руки-то, естественно. Найс. Окей, давайте здесь притормозим. Смотрите, какая симпатичная. Эй. И в следующем эпизоде... Не знаю, может, пришьем ему руки обратно. Но лучше не надо, конечно. Это чревато последствиями. Если понравился эпизод, то поставьте лайк, кстати, комментарий. Подпишитесь, потому что помогает продвижению канала. И да, до этой, до нее. До встречи.